Там будет этот балкончик. Иногда его можно туда загнать, если останешься сплавить. Лобуди, ребята, сердцем не стареть. Ну что, родная, здравствуй, это я. Да, сношу, конечно, я просто охеренно. Ау, дай! Ого, нормоз. Нормоз, 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 нормоз. Бляха, чуть-чуть бы. Да ну нахер. Да ну нахер. Мы бежали, наши пальчики устали. Ой-ой-ой-ой, это ж сколько раз у меня будет эта тень появляться? Я снес ей вообще, да, фигню. И уже она... Ой, назад, 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 назад. Такое счастье нам не надо. А, вон она бегает, ее видно. Ой, мама! Мне такое счастье не нужно. Я когда ее била, мне она 3 раза призывала. Да у меня будет еще больше. Посмотри, я снес ей 1/4 примерно. Или 5-ю часть. Все, я вернулся. Так. Я вернусь домой. Пьяный на живой. Здравствуй, о, дорогая красавица. Ну что, Косма, уже не хочешь мазерку? Морося, а счастье слезы льет. Мало. Совсем мало. Ой! Забыл этот удар, я забыл. Бывает. А ты попробуй ей сбить туман. Когда начнет его кастовать, просто бить ее вперед. И в основном по рукам. Почему нереально? И вот эта атака, когда она делала такую замашку прям слева направо, такую... Да ёб твою! Вернуться. Надо либо назад бежать, но если, чтобы не тратить время и не отбегать назад, можно просто чуть-чуть влево отойти, вот, вот атака только что была на стриме. Чуть-чуть влево отойти, и она по тебе не попадет. Блядь, да что ж такое? Да, она типа, получается, как такой замашек, из-под земли, да? Да-да-да-да-да, всеми мечами. Просто влево это отходишь. Надо было... Это отскок делаешь и ударяешь ее даже. Да-да-да, влево. Влево просто отходишь, она делает эту атаку. Ну давай, ну! Я именно как влево и к ней. Мне вот так да, надо. Да-да-да, я тоже. Чего? Я в основном влево чуть-чуть отхожу и... Не, я много такого Мерго знаю. Пиздец, блядь. Их 100 штук тут бегают. Ну куда, вот скажите, ребята, ля, их 100 штук тут, блядь. Ты слишком... поздно ее начинаешь атаковать, когда начинает туман кастоваться. Надо буквально сразу и ну либо получится. Блядь! Блин, завидую на людей. Это видишь на людей. Тоже не нашел повод для зависти. Фух. Когда он туман включал, я просто по кругу бегаю. Так все по кругу бегают. Типа. Иногда... Не, я вам говорю, можно избить туман. Но я не знаю, как на непрокачанном персонаже. О! О! Но о! Даже на непрокачанном персонаже можно попробовать. Ну а вдруг повезет, и ты собьешь туман. Она так руки расставляет, как будто обнять хочет. Ага, обнять своими острыми ножниками, обосраться просто. Всегда мечтал о таких обнимашках, вот. Ну блин, ну делай что-нибудь. Откуда? Ну, вот эту атаку терпеть не могу. А то Эверин писал, она в Крыму работает. Тихо-тихо-тихо! Нам ставится пеночки в живот. Пенек в живот, а в жопу и потом расставится из разных сторон.
Так, вот так и получается с этим рыбом. Блядь! Я помню, как на каком-то ангеле мне так бесило, так на ней часто был, а просто не мог ее убить. А потом на следующем ангеле просто взял и убил. С первой или второй. Что, еще раз? В смысле, еще раз? Сказать, откуда ты? Да я не помню, но я тебе говорю, что у меня память плохая. Какой у меня память плохая. Она цыганка, обнимет и спирт кошелек. Она будет жизнь с пыльком и кошелек. Вот ты бил сзади, я не сбил команду. Нужно быть спереди, чтобы убить команду. Я из Минска. А, точно, ты же в Минске. Точно, точно, точно. О, у меня сейчас семья в Минске. Они бывали у родственников. И домой приехали. Завтра. Кстати, может, в Минск съездить? На выходные. Лучше в Гданьск. Я тоже мог так сказать, живя в глубоком. Да, почему бы и не съездить в Минск, да, там 2 часа ехать. А сейчас, блядь, 8 часов. Нет, 4. Мне 4 на поезде. А мне 8 или 9 на машине. Вообще охренеть. Не, лагарец уже все. Картоху завтра готовить будем. Корону приеду. Ну, горец больше не дали. Так, ну картоха это хороший на самом деле. Хороший, были это вчера. Вчера, да. Тут именно вчера. Вчера что было? Четверг, да? Да, четверг. Да, вчера, короче, ездили с классом на экскурсию там в какой-то музей выставочный. Там посвященный Москве, мол, там и будет. Все, потуши там, на Мерго, ребят. Обо всяком таком. И, короче. На тебе вам, как все эти крутые делают. Так, на, посмотри, BL-10. И это. Забываю это делать.